Центр обслуживания граждан прекращает свою работу. Об этом заявил губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Главная причина – принятие закона депутатами парламента и последующее подписание его президентом. Председатель облгосадминистрации заявил, что работа центра на протяжении года планомерно мешали облсовет и мэрия, но именно Банковая поставила точку в его деятельности. Саакашвили добавил, что ему стыдно за депутатов президентской партии, за которых он в прошлом году призывал голосовать. Не с кого спросить, какая фракция инициировала эти нормы. Там есть и фракция БПП, в авторах там есть фракция, там есть фракция Народного фронта, там есть фракция радикалов. Президентскую администрацию, куда мы обратились, не подписывает этот закон. Опять это затерялось в бюрократическом коридоре. И опять не с кого спросить. И цент, который торжественно открывал президент Украины. И в том числе мы призывали голосовать из-за того, в прошлом году на местных выборах, из-за того, что открыли этот центр, за его же подписью был закрыт, практически будет закрыт и прекратит, ну, хотя бы, я надеюсь, только временно функционирование сегодня. Это есть символ, отвратительный символ отката реформ в Украине. Реформы откатились во всех сферах. Не надо нам басни рассказывать, что в Украине идут реформы. Людей обманывают. Им говорят, идут реформы, вы плохо живете из-за того, что идут реформы. Саакашвили заявил, что не видит реформ в Украине ни в полиции, ни в налоговой сфере, ни в юстиции. А также добавил, что готов покинуть свой пост. И я не для того здесь работаю, чтобы просто молчать из-за того, что кому-то угождать. Если президент хочет меня снять, пусть снимает. Честно говоря, я... Я в любом случае не буду мириться с тем, что здесь происходит. Я не буду врать, так как все эти депутаты и многие губернаторы, и многие мэры врут своим городам. Президент с ними общался в прошлом году. Так какого черта он, его администрации, хотя бы его не смогли не подставить по этому закону?